уже свое бюро. Вообще жесткий конкурс. Невозможно оценить столько красивых девушек, выбрать из них какое-то определенное количество. Это, не знаю, это безбожно как-то, я бы сказал. Наше жюри подводит итоги, считает баллы. Девушка отправляется переживать. Звучит аплодисменты. Это номер 94. Первая победительница открытого кастинга. Аплодисменты. Из рук мисс России. Здесь больше конкуренция, потому что русские девушки, они, конечно же, самые красивые во всем мире. Потому что когда ты на международном конкурсе, ты русская одна. А когда ты здесь, здесь все русские, все красивые, все безумно красивые.